Я лучший в своем деле. По крайней мере, так говорят выжившие. Меня называют Росомахой. Других имен я не помню. Вообще многого не помню. Нервишки? Чую, что шалят. Нюх тебя подводит, братец. Приготовиться к высадке. Свежее мясо. Это должно быть мой вертолет. Лучше проверить, как там Вик и остальные. Ладно, пора начинать работу. Начнем. Ha вставать у меня на пути. Go! серьезные неприятности. Значит, папочка пришел, детка. Много от тебя осталось. проваливай, пока еще дышишь. База! Я жив! Я жив! Готов поспорить. Ты считаешь себя счастливчиком. На связи Логан. Проверка. Логан! Пережил крушение вертолета? И почему я не удивлен? Я на месте крушения, сэр. Пилот здесь, но он погиб. Больше никаких следов. Они десантировались, но не в одной точке. Сэр, как Виктор? С твоим братом все в порядке. Встреча с ним в храме к северу от тебя. Вам нужно все заминировать. С-4 есть у Виктора. Понял. Конец связи. Никого не нашлось. Я начал веселиться. так уж ты и крут, друг мой. Сэр, на связи Логан. Я на месте встречи, но Крида нигде нет. Недавно мы потеряли с ним связь, но по приборам он движется вниз по реке. Логан, это рейд. Похоже, твой брат уже все заминировал. Сваливал бы ты, пока не рвануло. Все понял, Логан. Тебе нужно выбираться к реке, и у тебя не так много времени. Шаковки планы! Время потратил. Ну чего же вы ждете, а? Давайте, вперед! просил помощи. У меня всегда это получалось лучше. Что, убийство? Настанет день, братишка, когда я не смогу помочь. Не переживай, ты такой же, как я. Скоро поймешь. Чего я не знаю? Почему Луна так одинока? Да, может, расскажешь? У Луны был возлюбленный, Куэкуачу. Но Трикстер захотел Луну себе. Он предложил Куэкуачу спуститься в наш мир. Нарвать диких роз для возлюбленной. Не стоит доверять Трикстерам. Куэкуачу не знал, что если покинешь мир духов, то назад уже не вернуться. Он застрял в нашем мире и обречен вечно быть на Луну. Кукучачу надули. Куэкуачу – Росомаху. Айла, беги. Не спрашивай, просто беги. Но Логан... Беги! Ты. Привет, брат. Вот и встретились. Давай, продолжим науку. В этом я всегда был лучше. А куда же делась твоя подружка?